Сегодня в Молдову прибыли сразу две иностранные делегации. Это представители Европарламента под руководством вице-спикера Хейди Хаутала и россияне под руководством вице-премьера Дмитрия Козака. События вроде не из разряда экстраординарных, но некоторые аналитики предпочитают их увязывать и напоминать, что прошлый зарубежный десант стал предвестником смены власти в стране. Насколько это уместно, вопрос интересный, ведь нет же в списке представителя Госдепа. Впрочем, новая власть сегодня открывает себя миру. И вот что интересно, впервые за долгие годы делает это не односторонне, то есть поворачиваясь к одним лицом, а к другим, ну скажем, не лицом. Сегодня практически одновременно мы сказали, Молдова открыта и для Запада, и для Востока. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. И сегодня, помогать разбираться мне в хитросплетениях, будут известные вам политологи, да, ну, уже и при новой должности. Я поздравляю вас, Владислав Кулуминский. Сегодня первый рабочий день, советник премьер-министра по внешней политике. И небезызвестный вам Эрнест Варданян, политолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, хочу услышать ваше мнение, нужно ли увязывать эти визиты все-таки. Потому что стороны еще и объявили к тому же мораторий на геополитику. И вот мы свидетели, что такие представительные делегации, я бы сказала, и со стороны Евросоюза, и со стороны Российской Федерации, там вообще подвижки, да, у нас появился и сопредседатель в межправительственной комиссии. Вот есть ли какая-то связь, господин Кулуминский? Ну, я, по правде говоря, не стал бы увязывать эти два визита, хотя... Знаете, то, что произошло в Республике Молдова, можно было бы, наверное, сказать, что Запад, коллективный Запад в лице Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, вместе с Россией устранил для себя здесь, в Молдове, фактически угрозу некого столкновения друг с другом, фактически прямого столкновения. А эта угроза заключалась в том режиме, который создал здесь Влад Плохотнюк. То есть они, по большому счету, вместе... как это бывало неоднократно во времена той же холодной войны, да и многие, во многих случаях и до этого, да, вместо того, чтобы сталкиваться лбами друг с другом из-за личных амбиций и интересов господина Плохотнюка, они решили немного по-другому. Они решили, что скорее лучше все-таки пусть господин Плохотнюк лучше подвинется и уйдет из этой системы, чем мы будем из него, из-за него друг с другом ссориться. То есть такой хороший себе получается пример сотрудничества. Да? Уникальный пример, не просто хороший. То есть он уникальный, к этому ведете, да? Я веду не совсем к этому. Это уникальный пример, если хотите, предохранительных клапанов самозащиты. Потому что в какой мере это можно рассматривать в качестве основы для дальнейшего долгосрочного сотрудничества между великими, большими игроками в регионе, нам еще предстоит узнать. Это еще неоднозначно, далеко. Потому что геополитическая ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной, и никто не отменял ни войны, которая идет в Украине, ни столкновения интересов по поводу других очень горячих точек и так далее. Станет ли Молдова точкой нахождения поиска компромиссов, а не точкой дальнейшей конфронтации, нам это еще предстоит узнать. И я, честно говоря, не могу сегодня дать однозначного ответа на этот вопрос. Интересная точка зрения. Я вернусь потом к вашим словам. Можно усложнить вопрос, добавить еще к визитам, значит, этих двух делегаций тот момент, что стало известно, что состоялась встреча посла Соединенных Штатов с господином Красносельским, то есть уже Соединенные Штаты сегодня ярко так, да, выступили. Вот нет никакой связи? Нет, я особой связи не вижу, хотя между дипломатами наверняка идет постоянное общение, они регулярно обмениваются своими планами, но такими, знаете, не страшными, не самыми секретными, конечно. Поэтому я уверен, что американцы знали о том, что сегодня в Кишинев прилетает казак, но это все равно было бы слишком притянуто за уши, если бы мы сказали, если бы я сказал, что вот, американец специально поехал в Тираспол, пока Дмитрий Казак в Кишинев, чтобы показать, что вот есть альтернативная сила, направление и так далее. Это не так. Американцы, да, пытаются выстроить диалог с правительственным руководством. Но это не в той части, которую я иногда читаю в интернете, что вот американцы хотят выстроить свою политику на левом берегу, выдавить оттуда Россию. И, в общем, там какие-то начинаются теории. Я в это все не очень верю, потому что в конечном итоге американцы всегда помнят о том, что Приднестровье — это объективно пророссийский регион, и там находятся российские войска и миротворцы, и просто какими-то конспиративными играми взять и выдавить
оттуда Россию из душ людей, да, из реальной политики, невозможно даже за 15 визитов в неделю. Поэтому никакой конспирологии я тут не вижу. Но я бы хотел, если позволите, вернуться вот к тому, на что ответил Влад, и обратить внимание и наше, и уважаемых телезрителей на одно очень интересное обстоятельство. Сегодня, когда господин Казак на брифинге с президентом Дадоном говорил, значит, о текущей ситуации в стране, в Молдове, он сказал, на самом деле, интереснейшую вещь. Он говорит, межправкомиссия Молдо-Российской не собиралась не просто 2,5 года, она вообще, вообще не было никакого взаимодействия. Он говорит, даже в условиях конфронтации с Западом, мы, Россия и, говорит Казак, мы, Россия и наши западные партнеры в Европе и в Соединенных Штатах проводим различные встречи на уровне министерств, межправкомиссии и так далее. Я могу процитировать Казака, да. Позвольте, да? Да. Как в подтверждение ваших слов. Ни с одной страной не было такой степени замороженности отношений, как с Молдовой. Хотя несогласия по различным вопросам и со странами Западной Европы и США имеют место. Это странная история, приносящая ущерб прежде всего Молдове. Естественно. Вот. Поэтому я бы хотел тут завершить эту мысль своей любимой фразой последних недель. Это до чего же нужно было довести Молдову, ее народ и ее ключевых внешних партнеров, чтобы они, пойдя наперекор даже собственной конфронтации, нашли общий язык и в некотором таком ручном режиме взяли и устранили главный раздражитель для них же по имени Плохотнюк. Ну хорошо, вот в пользу той версии, что все-таки это как у некое такое случайное стечение обстоятельств, если два визита опять же в один день, может говорить такой факт, что вот смотрите, визит россиян выглядит вообще каким-то другим. Здесь какие-то конкретные вопросы. Здесь обсуждали газ, электроэнергию, да, вот все это, политика пошлин. Значит, а вот с европейцами, вот мы читали пресс-релиз, да, что будут обсуждать ту ситуацию, которая сложилась в Республике Молдова. Ну, не совсем вот, только это. В пресс-релизе было написано именно это. Господин Кульминский, вы ведь присутствовали, да? Да, я был вот на одной, каков на второй эффект? Встреч. Вот, я был на второй встрече. Я скажу вам, что на самом деле один и второй визит был предельно прагматичным и предельно практичным. Обсуждались абсолютно конкретные прикладные вопросы, которые имеют очень важное значение для всех нас, для нас с вами, для телезрителей, для всей Республики Молдова. В случае с делегацией Европейского парламента обсуждалось разблокирование финансирования, макрофинансирование для Республики Молдова, которое для нас очень важно, потому что то наследие, которое получило нынешнее правительство от предыдущего правительства, оно, скажем так, достаточно печально, потому что покрытие полномасштабного тех программ, которые они запустили, которые они массивно протрубили и пообещали на всю Молдову, нет. Бюджетная ситуация, ну, как бы так сказать, помягче, достаточно безрадостная. Вот, и поэтому для Республики Молдова очень быстрое, резкое восстановление отношений с основными своими партнерами – это ключевой вопрос, приоритетный вопрос. И в этом был достигнут очень серьезный прогресс, потому что значит, делегация Европейского парламента, она сказала, что мы полностью готовы и открыты к тому, чтобы перезагрузить свои отношения с Республикой Молдова. Мы видим перед собой совсем другое правительство. Мы видим перед собой людей, которые готовы и хотят проводить реформы, которые горят этим желанием. Вот. Мы видим людей, которые пришли сюда не для того, чтобы воровать, а для того, чтобы что-то делать. Вот. Поэтому, и кстати, встреча с господином Козаком была тоже предельно прагматичной, где обсуждались вопросы восстановления работы межправкомиссии. Для меня лично было огромным сюрпризом узнать, что у нас есть какой-то план действий по восстановлению работы межправкомиссии. Что там около 62, по-моему, было шагов, которые необходимо было выполнить, из них было выполнено 5. То есть, как бы не только глубокая заморозка, это просто какой-то, знаете, стопор. Да, какой-то полный стоп-кран был в этих. И абсолютно понятно, что решать вопросы вроде, например, грузоперевозок для наших молдавских перевозчиков, это абсолютно жизненная необходимость. Устранять пошлины на те, было сначала 19, сейчас на 5 наименований товаров сняли пошлины, значит, осталось 15, 14. Значит, тоже нужно это делать, да, то есть как бы нужно работать с российскими коллегами в направлении того, что для Республики Молдова и договор об углубленной торговле с Европейским Союзом, и зона свободной торговли в СНГ – это очень важные
торговые режимы, которые, в принципе, сопоставимы друг с другом. Кстати, это сенсация. Вот, и то есть были очень, очень было на самом деле, я, честно говоря, я давно не помню вот такого конкретного, предметного, наполненного содержанием разговора по всему спектру проблем, которые, с которыми... Я лично считаю, что на самом деле, и может быть, вот из-за этого, как вы назвали этого, случайное стечение обстоятельств, возможно, у Республики Молдова действительно появилось окно наконец-то заняться своими внутренними проблемами и наконец-то решить огромное количество вещей, которые можно решить, используя добрую волю и одних, и других соседей. Может быть, это окно все-таки появилось. Я очень надеюсь, что это будет, что это так и будет. Насчет вот того же самого, я присутствовал на двух встречах президента Юрия Дадона и с россиянами, и с европейцами. Могу сказать, что встреча с европейцами была тоже заполнена конкретикой. Просто нужно пояснить, что на следующий день начинается новая работа нового Европейского парламента, и нынешняя делегация фактически она приехала прощаться, но потому что, ну, понятно, большая часть ее членов останется фактически, ну, в этой формат делегации. Формат будет другой, то есть другие главы комиссии, скорее всего, будут. Зам парламента, она, судя по всему, в этой же должности. То есть, так или иначе, это был визит прощальный предыдущего, уходящего созыва Европейского парламента, но не означает, что мы, типа, до свидания. Нет, они приехали понять, что происходит в Молдове, они приехали поддержать. Они приехали поддержать новую власть. Новую власть, да, и был очень хороший разговор с президентом насчет реформы юстиции, всех. Ну, для европейцев это тема номер один. Абсолютно. Нормальная юстиция, прокуратура. И плюс в более широком понимании good governance, то, что они называют, то есть нормальная ответственная власть, свободная от политического влияния и так далее, и так далее. Очень предметный разговор и такой, знаете, мостик от нынешнего Европарламента к новому, то есть сохранение преемственности диалоги с европейцами, это именно тот смысл, который сегодня был вложен как раз вот в эту встречу. И вот я то, что произнес слово «сенсация», не знаю, если я ошибаюсь, Влад меня поправит. По-моему, на встрече госпожи Санду, то ли с россиянами, то ли с европейцами, было сказано о том, что торговая система Европейского Союза и Евразийского экономического союза не несовместимы. То есть при желании можно найти у них общие точки. Я прочитал такое в СМИ, но немножко не поверил своим глазам и ушам. И мне хотелось бы понять, все-таки это действительно так? То есть премьер-министр Молдовы видит возможности совмещения этих систем, не изменяя статуса, потому что это очень важно. Европейским партнерам было четко сказано, что Молдова сохраняет силы соглашения об ассоциации и при этом не претендует на членство в Евразийском экономическом союзе. Мы там наблюдатели, и нам этого достаточно. Теперь осталось посмотреть, можно ли действительно совместить ГОСТы, вот эти технические все стандарты и так далее. Такой разговор системы в самом деле был невозможен при демократах, потому что демократы, и все-таки я считаю, что и тогда, когда у власти были и представители либерал-демократической партии, они всегда говорили одно. Мы не могли говорить с россиянами, мы не могли говорить с русскими, потому что как только речь зашла о том, что мы подпишем соглашение, они тут же говорили либо вы, либо они. Это было близко, но не совсем так было выражено. Людмила, вы знаете, я думаю, что это было, то есть то, что говорила тогда либерально-демократическая партия, это да, и посмотрите даже на ситуацию в Украине, то есть тоже страна выбирала либо одно, либо другое. В Молдове та же самая картина была. То есть действительно это было так. Но сейчас, мне кажется, поменялась геополитическая конъюнктура, потому что после вот всех этих событий, конфронтации, войны в Украине, повторять этот эксперимент не хочет больше никто. Поэтому я думаю, что и у России позиция стала не столь жесткой, и у Европейского Союза позиция стала помягче. То есть когда, по крайней мере, можно надеяться на то, что действительно начинают искать точки соприкосновения, а не продолжающуюся конфронтацию в регионе. Я вам скажу, что на самом деле, я, честно говоря, я не припомню на самом деле вот таких вот действительно конкретных, очень наполненных содержанием визитов и переговоров с одной делегацией и с другой. И более того, договорились полностью разблокировать работу межправкомиссии, что вообще является принципиальнейшим вопросом, да, потому что в рамках этой межправкомиссии Республика Молдова может добиться для себя очень и очень значительных выгод. Вот, и было на самом деле странно, почему межправкомиссия, которая, по сути, является механизмом экономической кооперации и взаимодействия, она до сих пор не работала на полную мощность. Ничего странного в этом нет. Да, почему вам это странно? Потому что те шаги, которые приняли... Демпартии не нужно было ни одно, ни другое. Демпартии нужно было играть, все время играть. Но вот не Евразийский, не Европейский Союз. Я сейчас добавлю.
не то чтобы ложку дегтя, но я вообще за справедливость. Когда вот господин Кульменский говорил, вот приехали представители ЕС и выразили полную поддержку, и они такого хорошего мнения о новом правительстве, да, вот они карт-бланш выдали, все. Я, знаете, вот подумала, господи, когда же я это слышала? И понимаете как, у меня два вопроса в этой связи будет. Первое, все-таки европейцы вот сейчас, они говорили ли о том, что они хотели бы у нас реанимировать идею евроинтеграции? Ведь ни для кого не секрет то, что сегодня у нас авторитета вот в этом отношении, я думаю, что мало. Да? То есть, и если да, то о чем конкретно они говорили? И интересно ли европейцам вот эта вот наша история, знаете, провала? Да? Хотя им всегда была интересна только история успеха. Господин Кульменский, знаю, что давайте, не просто. Давайте к Эрнесту, потому что я не хочу монополизировать. Давайте с Эрнестом. Давайте, Эрнест. Настаивали ли представители ЕС, что нам необходимо реанимировать идею евроинтеграции? Возможно, я вот сейчас ошибусь. Я сейчас пытаюсь вспомнить сегодняшние встречи. Там европейцы, по-моему, произнесли одну замечательную фразу, что вот этот сегодняшний диалог с парламентом, правительством, президентом Республики Молдова должен был, по идее, состояться еще в 2015 году, когда европейцы после кражи миллиарда, после знаменитой статьи Торбьорна Ягланда о том, что Молдова захваченное государство, наконец-то поняли, что здесь происходит, но уже было поздно, уже они не могли, не хватало, наверное, чего-то, чтобы эту ситуацию разрешить тогда. Но вот эта фраза как раз является лучшим ответом на ваш вопрос. Европейцы 4 года назад все уже поняли. Просто тогда уже невозможно. Настолько была, настолько окреп вот этот джин, выпущенный из бутылки под названием Демпартия, да, что никто уже не мог ничего сделать. Единственное, что я вспоминаю события января 2016 года, когда только вмешательство Виктории Нуланд помешало народу Молдовы в лице оппозиционных партий. Это правда, она поддержала. Остановить углубление, извините меня, вот этого беспредела. Если бы не она, то действительно, как сказали европейцы, этот разговор состоялся бы, ну если не в 2015, то в начале 2016 года точно, если бы не вмешательство, к сожалению, тогда Госдепартамента США. Поэтому вот он ответ на вопрос. Европейцы прекрасно поняли уже тогда, но по каким-то причинам, а может быть и не захотели, может быть они подумали, что еще не все потеряно в Молдове, что еще можно договориться, переформатировать, перезагрузить. Но это было пришли тогда, к тому, Эрнест, к чему пришли. А вот сегодня они хотят вот реанимировать саму эту идею или смотрят на Молдову сегодня так? Окей, мы все про вас знаем. Мы все про вас знаем. Мы знаем, что вы делаете. Ради бога, не нарушайте границ. Вот-вот и вот. Вот делайте то, что написано в вашем соглашении. И не надо нам больше петь песни про вашу евроинтеграцию. Я очень быстро мысль закончу, отвечая на ваш вопрос. Судя по тому, что я сегодня услышал, лейтмотивом визита, вообще понимание европейцам этой ситуации заключается в том, что давайте меньше говорить о геополитике, всяких интеграциях, давайте работать над конкретным наполнением нашего сотрудничества. Опять же реформы, опять же торговля и все прочее, что было заморожено, заблокировано за предыдущие годы. Поэтому они совершенно правильно почувствовали тренд в Республике Молдова, что не просто да, народ устал и оппозиция устала и скинула олигарха, они поняли, что народ в целом устал от разговоров о векторах, о направлениях и так далее. Народу нужно лечение страны. То есть, получается, страна больна. Да. И вот давайте ее лечить. Но не разговорами об интеграции, а конкретными делами. Сегодня мы это увидели. Людмила, ну вы знаете, конечно, отношения с Европейским Союзом при предыдущем правительстве подверглись глубочайшей заморозке. Были заморожены все программы возможной технической помощи. Например, если вы знаете, у нас была программа по реформированию сектора юстиции в размере 62 миллионов. Да, это очень часто приводили выдали, в качестве примера. Выдали там что-то 24-25 миллионов, остальную часть просто отменили. Не то, что заморозили или перенесли, ее просто отменили. Сказали, больше мы вам денег не дадим, потому что юстиция у вас – это основной элемент захваченного государства, а никакой не элемент каких-то реформ, которые проводятся в стране. Поэтому восстановить доверие Европейского Союза сегодня можно будет только конкретными делами. Это абсолютно понятно. То есть даже при всем огромном кредите доверия, которое было выдано новому правительству, восстановить это доверие можно будет лишь только продемонстрировав конкретные успехи в конкретных областях. Самое важное. Я вообще пришел, честно говоря, как гражданин Республики Молдова, как Влад Кульминский, я пришел к выводу о том, что на самом деле это все вторичные вещи. То есть вот хорошее, плохое отношение со стороны Европейского Союза,
хорошее, плохое отношение со стороны Российской Федерации, потому что если мы будем думать вот в таких терминах, мы будем всю жизнь барахтаться в какой-то серой зоне между Западом и Востоком, где мы будем отмывать деньги, использовать государственные учреждения для того, чтобы значит, воровать деньги из своей собственной казны и делать прочие всякие глупости. Потому что в конечном итоге это Республика Молдова, жители этой страны, которые должны взяться за голову. Любая внешняя помощь, которая идет значит, или навязывается снаружи, она идет всегда во вред. Вот ведь парадокс, понимаете? То есть, если, допустим, вы, например, Людмила Бельченкова, да, к примеру, скажем, не определите очень четко, каковы ваши приоритеты, что вы хотите добиться, а вам будут давать постоянно со стороны деньги, то это деньги, которые будут просто уходить в песок. Та же самая картина со страной, понимаете? То есть, если мы не знаем, в чем наши приоритеты, а нам оттуда снаружи льют деньги на что-то, то сами не зная того, чего мы хотим, эти деньги просто-напросто уходят совершенно в никуда. А так возвращать вот, потом нашим детям. А потом возвращать это нужно всем нашим детям. Так вот сейчас нам настало, наверное, наконец-то пора четко понять, что мы хотим, вот какое государство мы хотим построить. И тут, кстати, есть огромное количество интересных вещей, в которых должны участвовать все, и граждане, и гражданское общество. И еще один момент. Я лично... Но вы не уходите от ответа, как европейцы к нам относятся. Я сказал вам, то есть вот сейчас... Вот как сейчас, они сейчас? То есть сейчас, они не говорят сейчас о такой вот... нам нужно показать конкретными делами, что мы действительно европейская страна. Вот такой вот подход. А то еще, один момент. Словам больше не верят. Словам не верят. То есть чтобы словам больше рассказывать можно все, что угодно, но это уже неинтересно. Еще один момент. Вы знаете, в Республике Молдова сложилась такая порочная практика, когда значит, правительство, которое приходит за... предыдущем, находит такую машину, станок печатания денег. Знаете, то есть станок извлечения незаконных прибылей из государства. И у нас не было фактически еще ни одного правительства, которое сказало бы, стоп, хватит. То есть давайте-ка мы займемся развитием экономики, созданием институтов. Давайте-ка мы откроем возможности для граждан Республики Молдова, для бизнеса. Нет, все абсолютно брали эту машину и давай оттуда выкачивать доходы. Значит, таможня, фиск, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, все, что хотите. Так вот, больше этого в Республике Молдова терпеть нельзя, просто нельзя. Я лично, как бы будучи сейчас государственным служащим, я тоже абсолютно не намерен закрывать глаза на то, если кому-то вдруг в новой власти взбредет в голову, а давайте-ка мы, знаете, оставим, например, несколько схем и начнем просто сами на них зарабатывать, заменив тем самым, подменив тем самым собой там, тот режим, который существовал при Плохотнике. Господь упаси, то есть тут мы должны все бить в набат и абсолютно все общество должно... Об этом, кстати, на самом высоком уровне говорится в Молдове. Вот смотрите, насчет внешнего влияния, внешней помощи. Красиво говорите, господин Кулинский, могу просто, вот, что называется, поаплодировать. И все могут поаплодировать. Но знаете, о чем люди сегодня говорят? Они говорят так. А вот вы знаете, без внешних игроков, вот тот кризис, который был бы сегодня, на сегодняшний день в Республике Молдова, он просто-напросто еще неизвестно, как разрешился бы. Поэтому вот эти красивые слова, что да, вот давайте вот мы без них, вот мы сами по себе, давайте принимать ситуацию такой, какая она есть. Да? И отсюда мой следующий вопрос. Можем ли мы распространять тот консенсус, который мы наблюдаем по отношению к ситуации в Республике Молдова, на ситуацию в Приднестровье? Вроде бы. Сложный очень вопрос. Хотя бы по той причине, что сейчас Приднестровье внимательно наблюдает за событиями в Молдове, прекрасно понимает, что Молдове еще надо пройти очень много этапов восстановления государства, да, восстановления нормальных институтов, юстиции, экономики и так далее, чтобы прийти в один момент и сказать, Приднестровье, давай договариваться. Должно пройти еще время, чтобы Молдова дозрела до уровня необходимого для конструктивного предметного диалога с Приднестровьем. И пока... даже был бы внутренний консенсус, как к этому вопросу вообще подходить, потому что его тоже пока нет. Пока тоже нет, да. Но вот если, допустим, да, как в фильмах... Ну это тоже не залог, у нас один раз был. Если помните, 2005 год, лучше да? Но это другая история, соглашусь с вами. А если предположить, вот как в фильмах, да, прошло 3 года, вроде как консенсус в Молдове создан, вроде как власть устойчивая, пора бы уже приходить к Приднестровью. Тут начинаются вопросы совсем другого порядка. Тут уже начинается интерес России по сохранению влияния в регионе, и это, в общем-то, нормально с точки зрения ее внешней политики. То есть это обычный инструмент реализации внешней политики. Начинаются интересы НАТО в какой-то степени, начинаются интересы Европейского Союза, Соединенных Штатов. Да, консенсус по Приднестровью очень даже возможен. Вот исходя из динамики сегодняшнего дня, я бы сказал так, 60-40 в пользу того, что консенсус по Приднестровью может быть найден. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. И надо смотреть дальше, к какому порогу мы придем через эти самые 3 года. Да?
Что будет, что покажут опросы? Может быть, опросы покажут доминирование уже правых партий, а может быть, левых партий. Это тоже будет иметь отношение к Приднестровью, потому что, как ни крути, там 200 тысяч пророссийских избирателей. И это большая, большой вес в электоральном поле Республики Молдова. Соглашусь. Факторов много, поэтому здесь можно только теоретизировать. До практики еще далеко. Благодарю вас. Хочу, чтобы вы вспомнили одну вещь. Любимый тезис наших политических комментаторов каков? Ключ от решения приднестровской проблемы находится в Москве. Вот честно, эту фразу я прочла, наверное, миллион, если не миллиард раз в различных комментариях. Лет 15 точно, если не больше. Вот все время все говорят, что мы видим на сегодняшний день? Мы видим некие заявления господина Казака сегодня, которые позволяют нашему сообществу аналитическому взглянуть на ситуацию более оптимистично. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да? То есть они затрагивали проблему тех самых серых схем, предприятий прокладок, транзит электроэнергии, то есть то, чего раньше, в принципе, от российского чиновника мы, в принципе, не могли себе представить, что это возможно. И тем не менее это так. Как вы это прокомментируете? Ну, это нормальная политика, здравая политика, потому что я думаю, что все эти вещи рано или поздно нужно решать, потому что они наносят ущерб. Ну вот сейчас. Они наносят ущерб всем странам в регионе. Ну и, возможно, это может быть можно связать, в том числе и с назначением Дмитрия Николаевича Козака на эту должность, потому что он человек очень предметный, как переговорщик, он человек очень конкретный. И с хорошей памятью. С очень хорошей памятью. И долго, долго, как бы, знаете, толочь воду в ступе он точно не собирается. Это не говорит о том, что он будет предпринимать какие-то очень резкие, значит, непродуманные или неоправданные решения. Значит, но и очень долго затягивать решение вопросов, которые очевидно должны решаться, он тоже не будет. И как бы он приехал, в общем-то, достаточно предметно. Я скажу с другой стороны сейчас. Но что касается вообще приднестровского урегулирования, то есть да, это, конечно, вопрос, который нужно решать, который действительно поменял бы экономическую логику вокруг приднестровского урегулирования. И я очень вкратце поясню этот тезис, потому что если как бы эти серые схемы устранить, если вот тот поток контрабанды через регион, который протекает, значит, если прекратить хотя бы в нем участие наших молдавских должностных лиц, потому что это мы, в первую очередь, мы, я повторю этот тезис, этой контрабандой занимаемся. Конечно. Не приднестровцы, не украинцы, не россияне, мы, потому что это через наши таможенные органы, фискальные органы. Давайте скажем так, демократы этим занимаются. Нет, почему? До этим занимался Филат, этим я прямо вам говорю. Филата этим занимались другие. То есть это был сплошной клондайк. Это просто огромный источник незаконов. А потом вы думаете, допустим, у нас там говорят прокурорам, нам люди платят деньги в конверте. Вопрос, а откуда эти деньги идут? Так ведь очень просто. Деньги эти идут как раз оттуда, от зарабатывания на нелегальных серых схемах, которые здесь, в Республике Молдова, в первую очередь и продвигают. Я прошу прощения, я хочу просто узнать ответ. Это всего лишь одна из составляющих, в любом случае. То есть экономически можно поменять, дать возможность предприятиям зарабатывать легально, те, которые зарегистрированы в Республике Молдова, открыть для них максимально возможной степени рынки, и тогда и логика будет другая. Но приднестровское урегулирование — это такой, знаете, разобранный велосипед, где, возможно, руль в Москве, тормоза там где-то, знаете, в Тирасполе. Это уже другая риторика, тормоза, да? Тормоза в Тирасполе. Ну, у меня навсегда было такое. Тормоза там где-то в Тирасполе, да, вот, допустим, основа этот остов велосипеда где-то там в Соединенных Штатах Америки. Педали где-то в Европейском Союзе. То есть это на самом деле как бы проблема — это велосипед, который нужно собрать из очень многих составляющих. И тут я никогда не говорил, что ключ исключительно всегда лежит в Москве. Ну, конечно, нет. Очевидно, что это не так. Эрнест. Опять же, чисто теоретически говорю, когда мы переходим к теме Приднестровья, нужно очень правильно формулировать вопросы. Очень важно ставить правильный вопрос. И один из главных вопросов – а что нужно России в Приднестровье или от Приднестровья? Угу. И обыватели часто говорят, ну или ангажированные эксперты часто говорят, что вот России нужно вот этот сепаратистский регион, чтобы там кого-то, чего-то. Нет. На самом деле, чтобы вы понимали, Приднестровский регион, его существование – это огромное ярмо
для России и в экономическом плане, потому что это прорва, которая постоянно поглощает деньги, и, пардон, 7 миллиардов долларов газового долга от Приднестровья, это не шутки. А сколько в год это стоит, как вы думаете? Вы знаете? Я слышал разные цифры, Влад. Я слышал, что только на социальную систему Россия тратит 100 миллионов долларов в месяц. Угу. В месяц? В месяц. Ну нет, что вы. Ну или в год. Я могу, это миллиард, ну разные оценки есть. Ну, значит, 100 миллионов долларов в год только на финансовую, на поддержание бюджета, грубо говоря, на оплату пенсии, пособия и так далее. Но это тоже большие деньги. Плюс газовая составляющая, плюс все остальное, говорят, доходит до 400-500 миллионов легко. То есть для России это экономическое ярмо, раз. Для России это огромные репутационные потери, два. Для России это источник постоянной нестабильности в плане безопасности, три. То есть, кто сказал, что если Приднестровье объявляет себя пророссийским, то оно таким является? И для России просто так невозможность уйти, потому что пока ситуация не решена. Давайте не будем путать отношение Российской Федерации к своим гражданам, которых она защищает и будет защищать, и к руководству сепаратистского региона. Так. Потому что в России прекрасно информировано о том, какие игры устроила одна известная фирма на выборах 24 февраля. И в России, поверьте мне, не рады были об этом узнать. Что под сурдинку о российском форпосте в русском мире некая фирма, которая фактически подмяла под себя уже весь регион, на самом деле дружит с кем-то против России. Эта фирма, декларируя пророссийский курс, очень вольготно чувствует себя в Германии, прекрасно чувствует себя в транзакциях с Соединенными Штатами, с офшорами и так далее, и так далее. То есть не нужно считать, что для России Приднестровье это какой-то вечный праздник, вечный парад и так далее. Это большая проблема, которую Россия сама хотела бы решить. А вот цена вопроса по решению проблем – это совсем другое. Поэтому я не зря скажу, нужно правильно ставить вопросы. То есть России здесь нужно что? Лишь застолбить за собой регион, чтобы дальше на что-то влиять, либо России нужен предсказуемый партнер, желательно в Кишиневе, а не в Тирасполе, в целостной республике Молдова, с которым можно разговаривать, вести торговлю, обсуждать вопросы безопасности и так далее, и так далее. В этом плане, конечно, Молдова может являть собой уникальный пример договоренности между внешними партнерами друг с другом. Ну вот, судя по всему, как раз вот этот вариант пока вырисовывается, исходя из последних событий. То есть то, что говорит российский вице-премьер господин Казак, да, вот эти, значит, заявления, да и шаги, не только заявления. Вы согласны с этим, либо у вас какое-то другое мнение? Я бы не стал бы строить столь далеко идущие и в принципе радужные для Республики Молдова прогнозы. Хорошо бы, чтобы это было так. Но я думаю, что еще слишком рано говорить о том, что это какой-то план больших великих держав. Я, кстати, не говорю, что это было. Я предполагаю, что возможно, такое это могло шаги, бы да, быть. Такое, это могло бы при быть. Сохранении нынешней динамики. Согласен. При сохранении нынешней динамики это могло бы, такое могло бы быть, но все-таки давайте не будем забывать, что сейчас у нас в регионе идет серьезнейшая геополитическая конфронтация между основными игроками. И что противоречия, которые существуют между ними, намного глубже и серьезнее, чем Республика Молдова. Задам вопрос по-другому. Да, вот. И как бы для того, чтобы эту динамику противостояния сломать и перевести ее на динамику сотрудничества, ну, это, знаете, как бы, это действительно был бы прорыв, потому что мы здесь ведем речь о намного более широких вещах. Мы говорим о том, что Ялтинско-Потсдамская система, которая создалась после Второй мировой войны, где сферы влияния были распределены, больше не работает. Больше не работает, да. Просто можно, наверное, сказать по-другому. Вот тот мораторий, который объявили на геополитику представители, да, формирующие, да, вот этой правящей коалиции, говорю об АКУМ сейчас, я партия социалистов, ведь такой мораторий не взяли на себя ведущие геополитические игроки. То есть они-то этих слов, кстати, не говорили. Ну, объявили, и вот здесь... Не объявили, но они его делают. Они же фактически, ну, не гласно, ну, не прямо скоординировано так, чтобы мы все видели, но они дали понять, что они в эту логику готовы вписываться. То есть они готовы поддержать логику властей, новых властей Республики Молдова, ради того, чтобы какую-то ситуацию дестабилизировать. То есть вы, как долго вот это все может продлиться, либо до первого серьезного испытания? Вот, это хороший вопрос, потому что вот сегодня господин Трамп чудное заявление сегодня сделал, вы же не могли не читать, да? Я говорю, я не говорил, что по Ирану мы не будем наносить удары, я говорю, что мы пока временно отложим. Я, это так, в качестве... Я приказ дал, но он отложен, не отменен. Я же говорю, он просто-напросто отложен. Вспомните Будапештский меморандум, например, вспомните многие другие.
другие вещи. То есть как только у больших, знаете, это логика больших игроков, такова жизнь их тяжелая. Потому что они очень большие, огромные, и когда какие-то документы или договоренности мешают им добиваться своих стратегических, геополитических целей, но они говорят, ну извините, ну так получилось. Ну, РСМД самый свежий пример. Да, то есть они говорят, ну извините. Кстати, логика у него интересная. Извините, не будем мы больше соблюдать этот договор, потому что этот договор нам мешает добиваться наших жизненно важных задач. Вот и вся история. А маленькие страны, которые находятся между ними, они всегда, как правило, особенно если они ведут себя безответственно. Вот я вам приведу пример. Давайте представим себе, что, допустим, демократическая партия, например, которая, судя по всему, осталась как бы без руля, она вдруг, например, принимает резкое решение либо присоединиться к партии социалистов в полном составе, N-корпоре, либо она принимает решение в полном составе присоединиться, допустим, к блоку АКУМ. Представьте себе, например, вот такое вот развитие ситуации, что за этим последует. Ну, я вас уверяю, что тут сразу же все истории про то, как, значит, как мы должны мило сотрудничать друг с другом и как мы должны вместе строить Молдову, сразу отойдут на второй план. И точно так же это произойдет с нашими внешними игроками, которые тут же начнут, скорее всего, играть в старую добрую геополитическую Кстати, игру. Кстати, это один из вариантов. Ай уходит Молдова туда, вот такой ай Молдова троянский уходит конь туда. Это один из вариантов, который пока еще обсуждается. Ну, то есть я этот вопрос задала им, и почему? Потому что вот раз есть такое понимание здесь, в этой студии, очевидно, оно должно, это понимание, существовать и там, как мы говорим, да, наверху. То есть они должны понимать, что хорошо то, что сейчас есть, значит, этот мир необходимо беречь любой ценой, и нужно учитывать, что всегда будут интересы тех, кто будет говорить, что, ну, НАТО такая классная организация, чтобы задумались, говорили, в принципе, у нас есть нейтралитет в Конституции, давайте этим ограничимся. Или как-то вот еще какие-то ситуации. Эрнест, согласна? Ну, до НАТО, я думаю, что разговор в ближайшее время не дойдет. Прекрасно, потому что обе силы, особенно правые, понимают, что эта ситуация взорвет ситуацию, потому что все прекрасно видят опросы, какая бы ни была информационная, не велась бы информационная работа. Популярность НАТО, я думаю, что в ближайшее время не вырастет. Поэтому эта тема может педалироваться только... Это в качестве примера, да, вот я привела. Подобные темы могут педалироваться только в том случае, если поставлена цель расколоть правящую коалицию, внести специальные какие-то вопросы для внесения подобного раскола. Я не исключаю такого сценария, как я вот сейчас вот оговорился. Сценарий вот этого троянского коня в лице демпартии, который надо бы впихнуть этим или тем, он, поверьте мне, обсуждается за пределами Республики Молдова. Конечно, это неприятный сценарий, конечно, это опасный сценарий, потому что хрупкое равновесие между ПСРМ и АКУМ наверняка кому-то мешает, кто-то от этого чувствует себя некомфортно. Надеюсь, что у них ничего не получится. Не знаю, если вы согласны вот с этим утверждением. Я вам скажу честно, я первый раз, когда воодушевлен. Знаете чем? Что наконец-то в Республике Молдова можно говорить о том, как создать здесь действующий какой-нибудь антикоррупционный центр, по примеру, НАБУ в Украине, как обеспечить его функциональность, и под этим подписываются и правые, и левые. Да? Наконец-то настало время, когда мы не отвлекаемся и не обсуждаем 90% нашего времени геополитические вектора, а концентрируются на конкретной работе. Ну хорошо, вот считается, что сложнее вот выполнять условия этого моратория все-таки АКУМ. Я здесь и говорю и о премьер-министре, я здесь говорю и о, значит, платформе, да. Я не знаю, правда это или неправда, потому что, вот смотрите, когда происходит риторика демократов, они же очень антироссийские совершенно в лозунге сохранили, и каждая какая-то попытка со стороны премьер-министра, да, вот что-то сказать абсолютно даже, на мой взгляд... Объединительное. Да. Даже не объединительно, просто сказать, я буду обсуждать на встрече с господином Казаком экономические проблемы. Вот она перечисляет. Тут же идет очень такая вот смотрите, агент ФСБ, я уже прочла, то есть масса таких вот комментариев. Да. Так вот, ее еще никто не называл. Да, вот скажите, пожалуйста, как к этому относятся в кабинете премьер-министра? Понимают ли они, что вот это вот так делать будут постоянно, и готовы ли они сопротивляться? Ну, это понятно, что это постоянный процесс, это политическая борьба. И, кстати, я на самом деле как бы не вижу в этом каких-то подковерных или нелегитимных методов борьбы. Это точка зрения, которая выражается, и как бы это можно принимать ее и не принимать, соглашаться и не соглашаться. То есть это не то, что раньше делала демократическая партия, могла человека там посадить и потом доказывать, что он российский шпион, а потом, как только демократическая партия ушла, оказывается, что это совсем не так. То есть, ну, на это нужно, конечно, смотреть с определенной долей скептицизма. Я думаю, что вот такими вот, знаете, как бы атаками медийными вряд ли
можно будет вот этот настрой на конструктивную работу и на внутренние изменения в Молдове разрушить. Не думаю, что вот как бы просто там медийные. Для этого нужны какие-то более серьезные, какая-то дальнобойная артиллерия, что-нибудь такое, знаете, как бы такое, которое полностью разрушит все редуты и все позиции. Я немножко это касается в такой же степени и партии социалистов. То есть это напрямую применимо. Ну вот я не видела столько негатива. Мне кажется, что как раз вот электорат, вот пришла сегодня новость о том, что президент планирует визит и в Брюссель, и в Соединенные Штаты. Ну, прекрасно, да. Так и должно быть. То есть это к этому как-то спокойно, наоборот, говорят. Замечательно. А вот здесь именно как раз давайте скажем так, за период вот последних лет борьбы различных оппозиционных партий с плохотниковскими, поверьте мне, у людей выросла такая толстая кожа, что, я думаю, если реагировать даже в одном случае 10, это уже будет большая честь для вот этого медиапаноптикума и всех его записных экспертов. Они известны все поименно, все ресурсы известны прекрасно, кто кому чему принадлежит. Деньги заканчиваются. И при этом, да, деньги заканчиваются. Поэтому, когда вот такие эксперты ртом начинают что-то говорить, когда мы заранее знаем, какие установки они получили, с какой целью они говорят и что они хотят добиться, это уже не действует. Это не действует. И я могу вас заверить, что один из принципов политической борьбы, политтехнологии в частности, что когда твой враг заранее известно, кто за ним стоит, то его атаки, как правило, обречены на провал. Так что вот вся реакция на эти медийные атаки. И более того, они должны по правилам, опять же, политтехнологии просто игнорироваться. То есть ты просто не должен вступать чтобы в привлекание, не навязывать чтобы себе не навязывать их повестку дня. Да. Замечательно. И не могу не спросить, как вам дуэт Патрушев-Шова? Потому что на самом деле очень давно у нас не было заседаний межправкомиссии. Вот сегодня стали известны фамилии председателей, сопредседателей, так будет точнее. Эрнест, вам слово вначале. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, глава межправкомиссии со стороны России. Он относительно новая медийная фигура даже в Российской Федерации. Он недавно стал министром. Он пока не очень раскручен и там. Понятно, что в Молдове тем более о нем почти ничего не знают. В этом плане казах, конечно, на 10 ступеней выше, как медийная персона. Главное, чтобы фамилии с отцом не путали. Я считаю, в Молдове уже хорошо. Кому надо, регулярно путают и тычут пальцем, поверьте. Опять же, те же самые непонятные эксперты. Вот. С нашей стороны Василий Владимирович Шова, конечно, известная фигура, лучший специалист по приднестровскому вопросу в Республике Молдова, но он стал главой межправкомиссии не потому, что Приднестровье там будет главным. Поверьте мне, нет. Он стал, потому что он все-таки один из крупнейших специалистов вообще в политическом пространстве Республики Молдова, потому что он пользуется доверием и президента, и премьер-министра. Я думаю, что он как раз та фигура, которая находится на своем месте и свою работу будет выполнять компетентно и нормально, должным образом. Да, мне, честно, к этому нечего добавить. Шову я знаю почти 20 лет, поверьте мне, что это человек дела. Он только кажется таким внешне мягким, знаете, где-то даже романтичным. На самом деле, серьезно, у меня было такое впечатление о нем раньше. На самом деле, это очень жесткий профессионал, очень компетентный человек, который не будет колебаться вместе с линией партии. У него есть задача, он ее будет выполнять, вот увидите. Ну что, пыталась я вас спровоцировать, вы стойко сегодня держались. Мы толстокожие. Я заметила, вы взяли на вооружение некоторые моменты. Давайте просто завершим так, что у нас появилась на самом деле надежда, и вот эти два визита, они как бы работают на то, что уже не только политологи, но уже и люди будут видеть конкретный толк от того, что у нас происходит, и будут верить в то, что... без геополитики, без того, чтобы страну раздирали, оказывается, жизнь возможна. И оказывается, можно решать какие-то конкретные вопросы и не отвлекаться на то, какой ты национальности, и вообще ты за кого. Вот очень хочу, чтобы этот вопрос у нас тонул в лету. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и поддерживали сегодняшнюю беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.